Согласно прогнозам, индекс потребительских цен в среднем в 2016 году по области составит 107%. В связи с этим ежемесячное пособие на ребенка в этом году станет больше на 7%. Так можно высчитать, что материальная помощь на одного ребенка составит 244 рубля, 488 рублей на детей одиноких матерей и 366 для тех, чьи родители не выплачивают алименты, а также для детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Отметим, что в Курганской области ежемесячное пособие выплачивается почти на 107 тысяч детей. В 2016 году на эти цели по предварительным расчетам потребуется более 368,5 миллионов рублей.